День добрых дел. Когда Соня родилась, ее маму спросили в роддоме: «Вы дочку-то забирать будете?» Она и не поняла, о чем вопрос. Решила о том, хочет ли она, чтобы дочка находилась вместе с ней в палате. Гораздо позднее догадалась, что вопрос был, не хочет ли она отказаться от ребенка. Но даже если бы поняла сразу, ответ бы не изменился. Папа тоже сказал: «Ну что теперь? Будем растить». Дело в том, что у Сони синдром Дауна. Конечно, Соня отличается от своих сверстников. Многие вещи, которые кажутся такими простыми, даются ей с трудом. У нее есть трудности в развитии, речи, мышлении. Ходить Соня научилась только в 2,5 года, а говорить в 3. Возможно, вы удивитесь, услышав, что Соня ходит в детский сад. Но это так. Представление о том, что дети с синдромом Дауна никогда ничему не научатся, неверно. Они учатся тому же, чему и обычные ребята, только в своем темпе и по специальным программам. В нашем городе помощь детям с синдромом Дауна и другими нарушениями оказывает Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогою добра». С Соней в центре занимаются педагоги. Все они стремятся сделать так, чтобы Соня научилась хорошо двигаться, говорить, считать. Соня старается изо всех сил. Но без нашей помощи Соня не справится. Один учебный год работы центра стоит 3 миллиона рублей. Сюда входит оплата содержания помещения, заработная плата педагогов, закупка необходимых развивающих пособий, материалов для занятий. Вместе с радиослушателями мы решили помочь центру собрать 1/10 необходимой суммы. Это 300 тысяч рублей. И тогда Соня и другие особые ребята, которые занимаются в центре, смогут научиться ходить и говорить, читать и считать, ходить в детский сад, а потом и школу, о чем так мечтает Сонина мама. Детей с синдромом Дауна вылечить нельзя, ведь это не болезни. Но им можно помочь. Отправьте со своего телефона СМС на номер 3443 со словом «Ребята». И через пробел укажите цифрами сумму пожертвования. 3443. Например, «Ребята» 100. И обязательно не забудьте подтвердить платеж. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.